нас хорошее есть на курсе. Понятие делания. Мы даже чего-то не понимаем, чего-то не умеем, мы просто идем делать на доверии нашему наставнику. Ну, у кого-то там тренер, да, в зале, если это происходит. Просто на доверии. Делай просто то, что можешь. Мне кажется, когда ты почувствовал, что такое рост, что такое движение, остановиться уже очень тяжело. Поэтому мы отрабатываем, мне кажется, эта площадка как раз отработать здесь, слезы, психи, все, когда мы делаем упражнение какое-то. Жизнь потом будет легче. Потому что ты здесь это проболел уже, пережил. Потом будет легче. Поэтому я просто желаю верить в себя и понять, что границ нет. Границ только здесь.